This is another pink variety that would be the other, the extreme of pink paradise. Here we go for shelf life, for firmness and size, but we don't have the taste level of pink paradise. So for the growers who want export for long distance, this type of variety is the idea. Ну вот Заката предлагает еще сравнение с Pink Paradise, который уже есть зарегистрирован, Pink Magic. Это томат, который по сравнению с Pink Paradise, он имеет менее вкусовые качества, но, скажем так, для фермера, который предлагает этот томат для транспортировки, хранения, этот томат обладает более лучшими качествами, то есть более длительное хранение и более пригоден для транспортировки. So depending on what the customer wants, we can recommend one variety or the other. But it's very important to know what you want. То есть в зависимости от нужд покупателя мы можем предложить либо очень вкусный томат, либо томат, розовый томат, высокорослый, который пригоден для транспортировки. This was in Macedonia? Yes. Это фотография с Македонии этого томата. We have the same level, let's say, we don't have high level of production, I can say the same level as in Ukraine. So it performed very well. Ну, Марьян сам с Македонии, он говорит, мы имеем такой же уровень производства высокорослых томатов приблизительно, как в Украине, то есть как бы среднего уровня, нет там высокотехнологических теплиц. With good shelf life, for long distance and very easy to grow. С хорошей лёжкостью для длительных транспортировок. So it's much better in taste than a red, but it does not have the level of. Да, ну и как он говорит, как Висен говорит, что этот томат обладает как бы лучшим вкусом, чем красный томат, но предназначен для транспортировки, но недостаточный вкус, как у Pink Paradise. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.